свой полк и сказал им пойдем. Если как будто вчера написано, хотя мы ведем какие-то 80-е годы. Уже 70 лет нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд огней нам не на что больше жать. Этот поезд огней нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Идет сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не угасли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.